Всем привет! Сегодня я за кадром, так как приходит Новый год, и решила сделать очисточку во всей своей коллекции косметики. Ну, я не считаю это коллекцию абсолютно, просто считаю, что у меня есть косметика, которую я пользуюсь, так что вот я решила сделать чисточку, да, и да, хочу вам показать, что же я выкидываю. Да, так что, если вам интересно посмотреть, что за чистку я сделала и что за косметика для меня абсолютно уже не нужна, то не переключайте канал, оставайтесь со мной. Вот, ну давайте начнем, не будем ждать. Значит так, будем сегодня дружить с моей рукой. Значит, выкидываю вот такой вот, сетик маленький, я сейчас вам его открою, это вот такой вот сетик. Сетик для маникюра, да. Ну, абсолютно ненужный мне сет, он у меня уже миллион лет, он новый, я им даже не пользовалась, мне нечего с ним делать, поэтому идет в мусорник. И вот видите, рядом стоит коробочка, буду в нее все складывать. Значит, сразу давайте перейдем сюда. Вот у меня есть такие две пилочки, которые получились каким-то подарком. Я не люблю такие пилочки, я люблю железные обыкновенные пилки. Может быть, это плохо, может быть, хорошо, но их просто не люблю, поэтому тоже идет сюда. Еще одна. Следующее. Такие вот, так не падать, падать обязательно не нужно. Такие вот спонжики от EcoTools для мытья лица. Я не совсем сообразила вообще, что с ними делать. У меня с ними ничего не получается делать, я одним пользовалась. В общем, два у меня в упаковке осталось. Я решила, что ну что зря пытаться что-то с ними сделать, лучше кому-нибудь отдам. Коробочку. Следующее, что у меня здесь есть, вот такие вот маленькие-маленькие кисточки. Вы видите, насколько они маленькие, тоже от EcoTools. Зачем я их покупала? Хороший вопрос. В общем, мне абсолютно они не нужны, поэтому тоже идут кому-либо. Следующее. Sedona Lace. Моя любимая Sedona Lace. Вот такой вот набор теней. Давайте откроем. Я вам уже говорила, что я не очень люблю тени. Ну, вот именно такие тени я точно не любить не буду и носить не буду. В общем, такие оранжево-розово-голубо-бежевые. В общем, не для меня. Да, так что пойдут они у меня кому-то. Тут, видите, даже есть еще эта штучка. В общем, абсолютно не для меня. Следующее. Ну, что покажем? Следующее. Давайте покажем. Такой вот кремовый румяна от NYX. Ну, что я могу сказать, купила, хотела попробовать, но абсолютно мне кремовые румяна для моего типа кожи не подходят. Мне абсолютно не нравится, как на мне это лежит, сидит. Эти румяна у нас в цвете Natural, CB02. В общем, вот такие вот румяна, так что цвет вроде ничего, да, но просто мне не нравится, как они на мне выглядят. И также есть тут еще одни румяна, тоже от NYX. А вот они. Вот такие вот розовенькие румяна от NYX, да. Их я тоже выкидываю. Это у нас Glow. CB05. Откроем. Вот такие вот розовенькие румяна. Абсолютно мне не нравятся. Именно то, что они кремовые, поэтому тоже идут кому-нибудь. Значит, продолжим. Следующее. Вот такой вот бронзер от израильской фирмы Il Makiage. Ни о чем, ни про чем. Есть у меня его уже на 100 лет, он, наверное, срок годности уже закончился, понятия не имею. Сколько здесь срок годности вообще? Хотя написано Made in USA. Не знаю, сколько срок годности, абсолютно мне он не нравится. Какой-то рыжий, ужасный. Не знаю, видите? Ну, абсолютно не мое. В общем, идет, наверное, в мусорник. Следующие такие румяна от израильской фирмы Jade. Тоже как-то, не знаю, не про меня. Что-то все такое оранжево, непонятно. В общем, абсолютно не про меня. Не знаю, идет в мусорник. Следующее. Такие вот тени от L'Oréal из их коллекции Color Appeal Platinum. Это, наверное, что-то очень давнешнее. Я ими почти не пользовалась. Вот цвет такой ничего, металлическо-сиренево-фиолетовый. Но не для меня. Бай-бай. Опять же, тени от L'Oréal. Такая вот, такие вот тени. Я их получила, по-моему, в коробочке Glossy Box. Я ими почти...
не почти, а их, по-моему, вообще не пользовалась даже. Но это точно не для меня. Синий цвет. Я абсолютно не это самое, поэтому это все дорогое дело. Тоже идет туда. Следующее. Есть такие вот две тенюшки тоже от израильской фирмы Пнина. Боже мой, что она там? Пнина Розенблюм, Пнина Розен что-то. Не помню, как ее зовут. Значит, такие вот две тенюшечки. Вам покажу цвета. Одна тенюшка такая вот типа зеленая, наверное. Вот цвет. Боже мой. Смотрю на камеру, ничего не вижу. Вот цвет. Тоже идет туда. Наверное, в мусорник пойдет сразу же. И вот один такой вот. Боже, что я думала, когда это покупала? Такой бежево-блескучий. Не знаю, вообще блестки видны. Но тут он относительно блескучий. Он тоже идет туда. Я думаю, что это уже давным-давно вообще все испортилось, это дело. Поэтому, да. Следующее, что я выкидываю, это вот такой вот консилер, опять же, от Il Makiage. Это был в номере Light. И таким образом это все дело выглядит. В общем, консилер ни о чем, делает из меня красивый пирожок, абсолютно не подходит, абсолютно некрасиво сидит на коже. В общем, до свидания, в мусорник. Следующее, опять же, от израильской фирмы Jade, но оно же название стерлось. Такие вот рассыпчатые золотые тени. Абсолютно полные, абсолютно неиспользованные. Просто валялись все это время. Что я думала, когда их покупала, понятия не имею. Да, кому-нибудь пригодятся. Еще одни тени. Сразу видно, что человек не любит тени. Такие вот тени от Maybelline. Голубо-серебряные. Получила их в коробочке Glossy Box. Ни разу не пользовалась, только свочила. Да, пойдут кому-то. Следующее. Такой вот бронзер от Sephora. Просто мне абсолютно не подошел цвет. Я его покупала в комплекте вместе с одной из моих любимых помад. Поэтому да. Он как бы с одной стороны матовый, с другой стороны шиммерный. Ну что вам, сделать сводч, что ли? Вот это матовая часть. Это шиммерная часть. Вот. Видите, вообще что-то. Вот они. Ну, в общем, тоже не про меня. Идет кому-то. Следующие покажу вот такие вот. Ну, давайте следующую покажу завивку для ресниц. Это от Glossy Box. Ну, тоже. Во-первых, я завивками почти не пользуюсь. У меня есть одна от Мака, но это абсолютно мне ненужная штука. Такие вот два пробнички крема от фирмы Веледа. Да, Веледа это органик косметика и всякие там средства для попы детей. Просто это для меня не подходит, это для возрастной. А вот этот настолько пахнет, что меня просто тошнить начинает, поэтому да. Прощаемся. А-та-та. Следующее от Urban Decay. Такой вот гель для бровей. Абсолютно не поняла, что с ним делать. Прозрачный. Я им один раз пользовался. Он мне абсолютно не понравился. В общем, незачем зря держать. Бай-бай.